На основании части 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Ёлкину Людмиле Валентиновне наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет без штрафа, без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением соответствия с частью 3 статьи 47 права заниматься любой профессиональной деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных административно-хозяйственных функций на предприятиях, в организациях, осуществляющих свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства сроком на 2 года. Окончательно назначить Гаврилу Владимиру Владимировичу наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением соответствия части 3 статьи 47 УК РФ права заниматься любой профессиональной деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных административно-хозяйственных функций на предприятиях, в организациях, осуществляющих свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства сроком на 2 года. Махотину Елену Владимировну признать виновной в совершении преступлений, предусмотренным часть 4, частью 5, статьи 33, часть 4, статьи 160 УК РФ, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года без штрафа, без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением соответствия части 3, статьи 47 УК РФ, право заниматься любой профессиональной деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных административно-хозяйственных функций на предприятиях, в организациях, осуществляющих свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства сроком на 1 год 6 месяцев. На основании части 1 статьи 82 УК РФ отсрочить Махотина реальное отбывание наказания в виде лишения свободы до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Болотникову Анну Викторовну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного часть 4 УК РФ по эпизоду хищения имущества УК «Южный» в составе организованной группы и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года без штрафа и без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Томилину Тамару Александровну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного часть 4 статьи 160 УК РФ, назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года без штрафа, в соответствии с статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное томильное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года. Я говорю, я случайно, я не передам.